Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости на канал. И давайте сегодня изучим новинки из магазина Fix Price, посмотрим, что же интересного появилось за эти дни. На продуктовых полочках, к сожалению, я новинок не нашла. Все то же самое, что я вам показывала и ранее. Но зато вот порадовали книжные полки, а именно появились новые детские сказки. Стоит они, правда, 199 рублей, но за эту цену мы получаем красочные иллюстрации, мелованную бумагу, крупный шрифт, а также твердый переплет. Издание шикарное и ассортимент книжек в этой линейке очень большой. Также из серии «Мои первые большие раскраски» появились новые книжки, журналы с My Little Pony. Примечательно, что в этих раскрасках теперь есть вставки с многоразовыми наклейками, но цена осталась та же самая – 55 рублей. Впервые в нашем магазине появились большие упаковки туалетной бумаги. Есть упаковки по 12 рулонов, есть по 16, но цена единая – 149 рублей за упаковку. Девочки, ну а кто искал вот эти металлические декоративные кашпо за 199 рублей, скорее в магазин, посмотрите, сколько много их появилось в продаже. А также пополнился и ассортимент светодиодных светильников из новой серии Sweet Home. И в этот раз это не только конусообразные кристаллики, а также появились светильники в виде алмазов. Цена такая же, 199 рублей на... Внутри лампочки находится проволочная гирлянда. В принципе, интересный декоративный элемент. Любителям таких штучек точно понравится. Как всегда, осенью в продаже появляются вот такие наборы декоративных элементов в виде фруктов, шишек и ягод. Ну вот и до нас доехали те самые декоративные шахматные фигуры. Стоят они 149 рублей. Выглядят, да, интересно, но вот какого-то восторга у меня лично они не вызвали. А еще привезли очень много декоративных суккулентов за 199 рублей. В нашем магазине сейчас представлена практически вся линейка акриловых органайзеров для косметики. Это вот такие органайзеры для кисточек, для карандашей за 99 рублей. Выдвижные ящики, органайзеры к ним, которые очень хорошо стыкуются. Также емкости для хранения ушных палочек и органайзеры для ватных дисков. Все это есть в нашем магазине. Неплохие наборы резинок за 99 рублей, расцветки не кричащие, и вот это качество таких резинок мне очень нравится. Наборы из двух заколок за 77 рублей, заколки очень красивые, с перламутровыми вставками, а также с различными декоративными элементами. Силиконовая щетка для умывания за 77 рублей в обновленном дизайне. Ну а принцип у нее остался тот же самый. Можно наносить любой чистящий гель и массировать кожу. На полочках с косметикой появился новый кондиционер от фирмы Profline. Называется Professional Care. Представлена эта линейка различными бальзамами, кондиционерами для нормальных и тусклых волос, также для окрашенных волос. Большая упаковка, стоит 99 рублей. Также от этого производителя есть и шампуни, тоже они представлены для различных типов волос, для жирных, для сухих, а также и для окрашенных. Цена такая же, 99 рублей.
Синдо появились новые жидкие патчи, которые называются экспресс-уход, обеспечивающие упругость и свежесть кожи. Новый гель для душа от фирмы Олео называется Detox Time с комплексом витаминов. Наконец-то в продаже появились детские маечки по цене 77 рублей, 100% хлопок. Я для своего ребенка постоянно такие маечки покупаю, но, к сожалению, есть такая проблема, что размеры в основном представлены маленькие. Но сейчас привезли от 32 до 36. Пластиковая корзинка для бытовой химии за 99 рублей теперь продается и в сером цвете. А также привезли интересные ёршики с подставкой пластиковые, вот в таких больших тубах. Стоят они 199 рублей, продаются они в красном, коричневом цвете, есть также и в сером. Новый пластиковый ящик-органайзер для хранения различных предметов за 99 рублей. Размеры вы можете видеть на экране. Хочу сразу отметить, что этот контейнер не из пищевого пластика. По краям есть аппликация, рисунок, а также они отличаются по цвету крышек. Есть салатовые и такие пепельно-пудрово-розовые. Какое же было мое удивление, когда я увидела, что в большом количестве привезли те самые пластиковые столики-подносы за 199 рублей. Но еще большее удивление было в том, что они появились теперь и в черном цвете. Девочки, кто любит заниматься кулинарией, но занимается этим не совсем профессионально, хочу обратить ваше внимание на кондитерский мешок за 77 рублей. Этот кондитерский мешок выполнен из плотного силикона, также имеет 4 металлических насадки. Я такой мешок покупала в прошлом году, служит мне верой и правдой, и действительно хорошо можно создать какие-то интересные узоры из крема, поэтому, если не пробовали, обратите внимание, он хорошего качества. Скалка-роллер за 99 рублей. Как заявлено на упаковке, при помощи этой скалки можно очень быстро и тонко раскатать любое тесто. Я, к сожалению, такими гаджетами не пользовалась. Если вдруг кто-то покупал и уже есть опыт использования такой скалки, пожалуйста, напишите в комментариях, хорошая вещь или нет. А также в большом количестве представлены различные кухонные приборы. Это половники, лопатки. Причем в этой серии есть половники и лопатки как с металлической ручкой, а также с пластиковой. Вот такие наборы пакетов с зип-замком. К сожалению, ценника не было. Снова появились в продаже популярные пакетики для заваривания чаев, причем представлены они в двух размерах, но цена единая – 55 рублей. Металлическая точилка для ножей за 55 рублей. Обратите внимание, что на обратной стороне упаковки указана инструкция, как точить ножи при помощи этого приспособления. Пластиковые органайзеры для кухонных приборов. Есть два отделения, например, для ложек-вилок. Также есть большое отделение, куда можно располагать, например, ножи. Стоит такой органайзер 99 рублей. Внизу есть поддон, куда будет стекать лишняя жидкость. Но и в нашем магазине такие органайзеры, подставки были представлены в трех цветах. Бело-зеленая, серая, а также бежево-коричневая. Новые тарелки от Luminarc в синем цвете и с кружевным дизайном. Наборы из трех пластиковых контейнеров для заморозки. Примечательно, что эти контейнеры прямоугольной формы и с прозрачными крышками.
дизайны френч-пресса. На этот раз френч-пресс стоит 199 рублей. Изготовлен он из термостойкого пластика, имеет стеклянную колбу, но механизм точно такой же, как и у других френч-прессов. Представлен он в нашем магазине в 4 цветах. Лавандовом, цвета фуксия, насыщенно синим-голубом даже, так сказать, и классический черный. Пластиковый диспенсер для фольги, а также пергамента. Средство для мытья полов от фирмы Чистин. Написано, что это полностью безопасный продукт, который можно использовать даже при наличии детей и животных. Металлическая подставка под горячие серии Loft стоит 77 рублей с надписью Kitchen. Ну вот, наконец-то и до нас доехали вот эти звездочки из Ротанга. Стоят 55 рублей, в наборе 3 штуки. А в другом нашем магазине Fix Price появились в продаже снова вот эти ананасы. Причем есть в продаже они в белом цвете, цена осталась такая же, 199 рублей. И от Luminarc есть несколько других тарелок. Это плоские тарелки большого диаметра и глубокие. Изготовлены они из дымчатого стекла с характерным рельефом. Металлические щипцы для горячего с силиконовыми насадками на концах. Очень удобная вещь в быту. А также хочу обратить ваше внимание, что снова есть в продаже вот эти светодиодные лампы, которые можно располагать как на рабочей поверхности, а также и внутри шкафов. Стоят они 199 рублей, но характеристики остались те же самые, что были и раньше. Ну что, друзья, вот и все новиночки на сегодня. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Если это так, поддерживайте его пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. И, как всегда, не стесняйтесь высказывать свое собственное мнение по поводу тех или иных товаров.